Когда Айсель и Каран выходят на общий путь, первое, что им нужно сделать, это влюбить Айлену в Карана. Но есть то, что Айсель не учла – свои чувства. Мираль получает письмо, которое шокирует ее детей и мужа. Азиз не оставит этого просто так. У человека, которому не составит труда найти имя отправителя письма, будет неприятный сюрприз, который очень удивит Нихаль. В то время, когда отношения Карана и Айлены продвигаются вперед, мать Карана Сима собирается разрушить все игры. Она сладится очередной, а именно третьей серии турецкого сериала «Богатые и бедные» на русском языке вы сможете уже 21 апреля. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.